Приветствую вас. Насчет социальных лифтов после Майдана. Помните, у нас после Майдана был такой министр экономики пара Шеремета. Ну, не путайте, Шеремет тот, который убили, а это Шеремета. Причем, если посмотреть, ну, идеальная биография. Закончился Львовский университет, потом э, ученую степень получил там за рубежом, магистра. Ну, если вы знаете, Киево-Могилянская академия в свое время сделала школу бизнеса. Это такое для подготовки ну, таких крутых специалистов, то есть второе образование. Вот это вот EBA, это да, вот школа бизнеса. И он ну, руководитель этой школы. Тем более, когда-то с ним пересекался, ну, когда еще лекции читал и так дальше. И действительно, если посмотреть, ну, умнейший человек. Да, времена Януковича, конечно, бы ее никто министром экономики не сделал он как бы ну, не подходил, скажем. Тем более, он действительно не входил. После Майдана, да. Почему? Ну, во-первых, если вы знаете, довольно активно, но ректор Киево-Могилянской академии поддерживал Майдан, плюс входил в эти все окружения. И в результате действительно Павел Шеремета стал министром экономики. Социальный лифт железный. То есть, еще раз говорю, при Януковиче никогда бы он министром экономики не был. Однозначно. Потому что мисс экономики это, ну, ну не, не Донецкий, скажем так. Причем, если помните, мисс экономики был Порошенко. А тут Шемета стал. Стал. Но побыл недолго. Грубо говоря, ушел. Сейчас я не знаю, чем занимается. Время от времени я с ним пересекался на круглых столах. Но себя уже позицирует как э, преподаватель, эксперт. Не знаю, не знаю, кем. Вот такая вот ситуация. Так что, как видите, социальные лифты работают, но результат. Понимаете, карьеру делать всегда тяжело. И раньше, и сейчас, и в Советском Союзе, и всегда есть удача. Но удачей не просто воспользоваться. В данном случае пример Павла, который не сумел воспользоваться. А от Белоус, вот помните, у нас сначала он был начальник налога, а сейчас глава фонда, фонда имущества. Хорошо описался. Ну, не говоря уже шлопак. Был министром экономики, сейчас представитель правления Приватбанка. При том, что не имея опыта работы в банке, обращаю внимание. Ну, так что, видите, тут все зависит, как правильно. Но социальный лифт, да. Потому что, ну, понятное дело, что однозначно Белус тоже никогда не был бы ни главой налоговой, тем более не был бы главой фонда госимущества. При Януковича это однозначно, и э, Шлопак тоже никогда бы не был председателем Приватбанка, но Коломойский его не поставил. В любом случае там, даже если бы Дублет ушел, там был бы настоящий банкир, это факт. Вот такая ситуация.